Мужики, всем привет. Короче, у меня сегодня посылочный день. Одни отправляю, другие получаю. И так пачками. Сегодня после обеда. Вот. Вот эта коробка из-под болгарки. Это коробка из Москвы. Вес 23 700. Заказ. А вот нижняя моя, вес у нее 17600. Пришлось вот на каре привезти сюда, на ручной. Тяжелый капец. Вот меня интересует вот нижняя больше всего. Но распечатывать ее буду завтра. Так, распечатываем посылку. Коробки, еще одна коробка. Как бы ее достать еще? Придется разрезать аккуратно. Нифига, он огромный. Обалдеть. Обалдеть. Ого, он огромный. Ну, достану завтра. Блин, любопытство все-таки. Ну, мало ли что. Это вот релейный стабилизатор напряжения. Десятитысячник. Стабилизатор, задержка. Байпас сеть, LED-дисплей. Это уличный стабилизатор. Работает от минус 40 до плюс. От минус 30 до плюс 40. Вот, как-то так. Завтра подключим и запитаем всю мастерскую от него. В общем, достал из коробки, чтобы почитать надписи на другой коробке. Вот такие вот здесь обозначения. Входное напряжение 105-265. 6 видов защиты. Задержка, скорость. Защита повышенного, пониженного. Вот. Вот 95 вольт в защиту уходит. И вот свыше 280 вольт уходит в защиту. Вот такие вот дела. Ладно, это никому не интересно. Наверное, не знаю, наверное, я обзор делать не буду. Повешу вот там за мастерской, так как он считается уличным. Вот, стабилизатором напряжения. Буду снимать он про всякую фигню. А эта фигня, как и вот эта фигня, кстати, плазморез у меня уже был на момент снятия компрессора, снятия видоса про компрессор. Плазморез у меня уже был. Это никому не интересно. Это тоже никому не интересно. Интересно железяки. Будем снимать видос, мужики, про железяки. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Вон я сваял кое-что.